Во-первых, когда я еще был тренером вратарей в молодежном составе, я так стремился куда-то поехать, что-то узнать новое, но у нас в стране, к сожалению, эта тема не развита, и максимум, откуда я узнавал, это из интернета, и раз в 3 года мы ездили на семинар для получения лицензии для работы. Еще у меня идея для семинара такого рода возникла после того, как я сам посетил семинар в Германии, увидел, как это делается, как организовывается, что зачем идет. То есть очень интересно, мне понравилась идея, когда идет презентация одного из тренеров вратарей в конференц-зале, затем он выходит и показывает тренинг, затем обсуждение, обед, общение, еще второй тренер или ребята из академии показывают такую же презентацию. Мы сделали то же самое, только в 2 дня. Ко мне приехал в гости ради этого случая тренер вратарей из футбольного клуба Шальке из Германии, да, тоже интересный гость, он привлек много внимания. По моему опыту, я уже знаю, куда бы я ни ездил, ты не встретишь там такого упражнения или чего-то такого, что прям, ну, космос, что что-то не видел. Ты все это похоже, но бывает какая-то изюминка, бывает какая-то искорка, идея, что приходит, что слушай, вот можно же вот так сделать, вот так. Таким образом я узнал о многих идеях, тренингах. Я знаю, что, допустим, те же немцы обязательно в недельном микроцикле делают работу по направленности игры в ближнем бою один на один. Да? Как они себя ведут, раскованно, никто не ругается на подопечных, на голкиперов. Да? Я с этим самым тоже стал совершенствоваться, смотреть, что стиль поведения изменил, да? Поменял. И вот по поводу этого тренера вратарей, да, он приехал. Мне просто хотелось, чтобы наши ребята не с моих слов узнавали, об их характере, об их тренинге, а наглядно увидели, как они работают. И вот он вчера проводил тренинг. Несколько интересных упражнений очень было. Мы отметили все. Около 20 человек, и я уверен, было бы больше, если бы у нас было больше времени, потому что Маркус, да, это тренер вратарей Шальке, он дал буквально за 3 дня ответ, что я приеду, да, и мне оставалось всего 2-3 дня, мне очень помог Никита Медведевских, наш пресс-атташе, которые организовали, оформили приглашение и очень помогли организовать это в манеже.